Глава региона поблагодарил парламентариев за плодотворную работу и отметил, совместно с исполнительной властью удалось сохранить экономическую, политическую и социальную стабильность на Кубани. Выросли доходы краевой казны, бюджет региона по-прежнему социально ориентирован. Депутаты стали авторами и участниками ряда проектов, которые помогли улучшить жизнь жителей края. Нынешний созыв один из самых опытных. Многих из вас я знаю лично и как очень грамотных законотворцев, очень принципиальных людей с позицией, с точкой зрения, которую вы не боитесь отстаивать. Я в первую очередь благодарен вам за то, что законодательная и исполнительная власть никогда не были по разную сторону реки жизни. Плыли в одной лодке. Это, наверное, очень важно. Поэтому и результат, который мы сегодня имеем, это результат нашей совместной работы. Мы четко понимали, что на плечах ответственности нужно было приходить к консенсусу, к решениям. И сегодняшние решения в виде законов, которые постановления приняты вами, они доказаны жизнью. Нам самое главное удалось сохранить стабильность в регионе. Сегодня край стабилен и определенный дает рост. Мы старались ее выстраивать таким образом, чтобы не заходить в зону ответственности исполнительных органов власти, но тем не менее мы всегда разделяли ответственность перед населением за все, что происходило и происходит на территории Краснодарского края. Мы старались довести до сведения населения, чем занимается власть, какие решения принимает, и, в общем-то, всегда находили понимание. За 5 лет многое удалось сделать, но еще больше предстоит осенью. Места в этом зале займут депутаты уже нового созыва, но работа по всем начатым направлениям продолжится.